почему я еду мокрый под дождем посреди рабочего дня? Постоянно сюда ездить я не могу уже просто больше. Ух ты! Здравствуйте! Ты давно? Да. Start my blogger career. Кстати, где iPhone 15? Вроде меня никто не хочет убить, потому что здесь продают паленые айфоманы. Таких людей не нужно бояться. Да. Hello. Я купил эти мармеладки на 100 бат. Какой это? Это Ariana Grande? Сейчас будем пробовать. Незаконно быть такой красивой. Это я про себя. Смотрите, как много. Прикольная. О, тут есть лаш. Господи, это запах. Стану голливудской звездой.